Щодо великого тенісу. Зробили капітальний ремонт та закупили сучасне ультрафіолетове опалення для тенісних кортів, завдяки якому середня температура в приміщенні відчутно підвищилася. Також закупили близько 1000 тенісних м'ячів, професійні та дитячі ракетки і сітки для гри в теніс. За городські гроші були встановлені спеціальне інфракрасне отоплення, которая очень эффективная, которая очень современная. И если тут раньше в зале было градусов 12-13, было детям некомфортно заниматься, то сейчас в зале температура сразу поднялась на 5 градусов. Ну, ці корти знаходяться під ДЮСШ-1, під їх юрисдикцією, скажімо так, да? Наскільки, знову ж таки, великі кошти були витрачені на це? І в цілому, наскільки це от не купається, а наскільки от реакція була користувачів цих залів доброю, наскільки от відчувається зміна рівня саме занять? Хотел отметить, что это именно детско-юношеская спортивная школа. Помимо развития физической культуры, мы должны понимать, что наши дети должны быть и здоровы. То есть они же не должны простуживаться в спортзале, потому что там, естественно, разгоряченные, и не дай бог, это какой-то сквознячок и холодно, и тут же можно получить неприятные последствия. Поэтому были вставлены и окна пластиковые, отопление там. Градусов, наверное, 5 стало выше температурой, и вполне комфортно тренируются сейчас наши юные спортсмены. Порядка, наверное, 200 тысяч, по памяти сегодня цифры, стоило это отопление. Это существенно повысило комфорт в зале. У нас хотелось бы отметить, что город Северодонецк является одним из флагманов тенниса. Украина уж точно. У нас проводились в этом зале всесоюзные турниры. Это у нас один из первых залов в Советском Союзе был крытый корт, поэтому у нас такие традиции. Очень играл всем знакомый Николай Озеров в этом зале, был на всесоюзном турнире. Вот, поэтому есть традиции, есть тренерский состав. Я считаю, что вот мы подали на ДФРР проект сделать полную реконструкцию этого зала. И надеюсь, поддержат. И тогда это будет зал, который отвечает всем мировым стандартам. Думаю, что мы можем проводить и чемпионаты Украины. И очень бы хотелось это сделать в этом зале. И на сегодняшний день те спортсмены, которые тренируются, я прихожу на тренировки, смотрю, то достаточно серьезный уровень. Наши спортсмены входят в рейтинги мировые, там, в сотни рейтингов мировых. Поэтому очень достойный уровень. И мы должны дать все возможное для того, чтобы эти тренировки были комфортны, и мы могли двигаться дальше. Ну і ще одна позиція щодо спорту. Настільний теніс в тому ж, в тій же самій будівлі ДЮСШ-1. Закупили нові столи для зали настільного тенісу, зробили там якісне освітлення, а також придбали робота, що допомагатиме в тренуваннях. В цьому році у нас були закуплені 6 нових столів. Також було приобретено нам в цьому році робота. Да, это тренажер по настольному теннису, очень хорошая вещь, полезная для тренировок. Як прийшла ідея купувати от настільки вже продвинуті технології, так? Ну, по великому рахунку, коли ще дуже багато роботи є із тими самими ремонтами всередині, так? Наскільки от варто було купувати саме отаку дорогу техніку? Очень приятно, что наши спортсмены, я повторяюсь, это детская, юношеская спортивная школа. И очень приятно, когда спортсмены доходят до уровня практически спорта высших достижений в наших залах. То есть на сегодняшний день зал по пинг-понгу, он отвечает стандартам, и мы можем проводить чемпионаты Украины. И я надеюсь, с помощью обладминистрации мы привлечем сюда и будем проводить и чемпионат Украины. И очень хочется здесь, потому что наши спортсмены должны чувствовать, что у них уже тот уровень, что они могут выступать на чемпионате страны. И у них, в принципе, тот уровень уже есть. Они подходят, есть спортсмены, которые занимают призовые места на чемпионатах Украины. Очень здорово, что мы сейчас создали такие условия и комфорт, что они могут тренироваться у себя дома на лучшем оборудовании, которое на сегодняшний день есть в мире.